Итак, доброго здоровья! Всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут Мистер Фриман 315, а юбилейная 10-я часть моего похождения по моду Heart of Evil к первой Half-Life. Вновь я на какой-то непонятной локации, которая в принципе красивая, но как-то больше похоже уже не на Вьетнам, а на какую-нибудь сказочную страну эльфов. Честно вам скажу. Но зато вот эти ребята очень даже приспособились к местной флоре и фауне, и теперь у них такая зелененькая окраска под цвет окружающей среды. Да, которая эта окраска им дает больше шанс, наверное, на выживание. Ну что ж, хорошо. Ух ты, а это чё? Врезавшийся. А, нет, это какой-то комплекс, мне показалось, самолет. Упавший какой-нибудь. Не знаю. Ладно. Так, что у нас здесь? Да нет, ребята, знаете, по-моему, это все-таки какой-то то ли корабль упавший, то ли хрен поймешь, что. Да. Ничего не видим, и что? Где ты, блин? Так. Да, интересно, такого я еще не видел. Ей-богу, не видел. Так, ну идем дальше. Собственно говоря. Так, я взял ключ-карту. Это как раз именно та, скорее всего, ключ-карта, которая мне нужна, чтобы пройти внутрь этого упавшего корабля. Я все-таки его буду называть так. Больше он всего, конечно, похож на инопланетный какой-нибудь корабль. Поэтому так я его и назову. Так, ну что ж. Давайте попробуем глянуть, что там внутри у него. С этими ребятами все понятно. Так, а как я? Нет, подождите. Как я забирался? А, вот так я забирался. Так, ну окей. Сюда. Ребята.
на пилота или что-то в этом роде. Ну да. Да, как я подразумевал, все-таки это корабль, потерпевший крушение. И, возможно, в этой истории это как раз именно тот корабль, который принес какой-то вирус на Землю, что стали мутировать люди, и принес вот этих всех, видимо, зомбаков, которые разбрелись по местной флоре и фауне. Так, окей, хорошо. И что, вы мне предлагаете сюда нашего незаменимого паренька привезти? Я вот даже не знаю, есть смысл или нет. Так, ребят, что-то я не пойму. Может, я что-то упустил? Меня тоже поймали. Прикольно. И чё? А как он успел тут оказаться? О, эти еще и язычники. Это что такое? Местный джимен? Я этим, походу, бар не завалил. Вот те раз. Kill me. Mm-hmm. You have a right to do that. But you have no right to judge me. It's impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and mortal terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Our work here must be understood as a means to an end. It is, in fact, the only means by which that end can be properly accomplished. The end is both good and moral. We are here entrusted with the duty of achieving it. To claim that it can be achieved, that it has ever been achieved by means that might be considered more civilized, is to lie. It is a cowardly lie. The generals, they understood it was a lie. But they tried to stop us anyway. They wanted to keep it hidden beneath the facade of civilization. I hated them for it. Those napalms. So I broke with them. They sent you to kill me. Now they are afraid. You will see the truth as well. They want to kill me. Keep me hidden from everyone, including the assassins. They cannot do both. You know what you have to do, Captain Freeman. And they're going to
Так, сколько всякой ерунды он мне сказал. Ладно, переводить это нет смысла, потому что никакой сюжет информации не несет. Пытался оправдаться за свои злодеяния, что правительство его поймет. Возможно, они устроили весь этот хаос здесь. Что, может Half-Life 2 поиграть? Strange futuristic device. And welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research. А это типа мы играем, да? Окей. Только тут, конечно, все немножко по-другому. Не как в оригинале. Прибыли, кажись. Герметизация кабины. Альтернативная версия Half-Life для игровых автоматов. Ой, сколько тараканов бегает. Это что такое? Батюшки мои. Это что? Так, а мне бы какое-нибудь оружие, я извиняюсь. Ага. Спасибо. Похоже на маленьких чужих, если честно. Офигеть, такой жести я, конечно, еще не видел. Спереди ничего, а сзади вообще полный... Полный мрак. Так, ну я так думаю. Поехали. Все еще здесь. Поехали вниз, блин. Человечек умер. Да. О, это уже взросленькие, ребят. Хотя тоже быстро убиваются. Так, иди сюда. Так, что тут у нас? Как вы достали, а? Офигеть, вы посмотрите на него. Что, реально страшно сделали? Кошмарах может сниться. Они, короче, всех тут практически пожрали. Реально почти всех.
Так, а вот с патронами у меня, я не знаю, как. Найду я, не найду еще. Так, ага, я опять вернулся, да, ну, тогда еще кружочек. Может, я что-то упустил? Пистолет в голову, что маленького, что большого, выносит с одного раза. Офигеть, это что такое было? Это что такое было? Какая-то то ли вытяжка, то ли непонятно что, просто вверх подбросил и все. Так, странно все это. Давайте еще раз, я не знаю. Что-то не то я делаю, ребят. А, ну там, да, там вытягивают, типа, на улицу. Так, ну, в принципе, сюда мне нафига. Да. Допустим, если убежать, да? Допустим, я открыл. И чё? Угу. Так, немножко. Дальше не пойму, что делать. Так, ну здесь, скорее всего, точно ничего. Давайте на этаж ниже спустимся. Какой вид, а? Просто заглядение. Куда ты поехал? Не, нормально, а? Что я сделал? Сам не знаю, что сделал. Куда ты поехал? Вот. Мимо. Так, а патрончиков-то мало. Вот этому два понадобилось. Так, мы вычем. Ничего. Так, а здесь? А чтоб тебя. Ладно. Оба. Так, а что здесь у нас? Понятно.
уже понятно. Ну и все, походу. Зря я так. На вартигонтов лучше патроны не тратить. Я что-то забыл, что тут не сильно патронами-то жалуют. И монтировки нет, и мачете нет, ничего нет. Поэтому надо аккуратненько. Так, что я сюда пришел? Ага. Хорошо. Ничего себе. Очередная записка. Так, что-то я где-то пооткрывал. Честно говоря, не знаю, что где. Но очевидно, что что-то где-то открылось. Так, ладно. Так, еще мне нужно карту отыскать. Окей. Надо так надо. Теперь еще на этаж ниже. О, да, детка. Это уже повеселее будет. Можно было, конечно, дробовичок сразу взять. Блин. Офигеть, у меня еще и полный слот. Что ж я где открыл-то? Хотелось бы знать. Нет, сюда точно нет. Наверное, нам на самый верхний этаж надо. Самый-самый-самый-самый. Здесь и были, но еще раз придется проверить, что же здесь поменялось. Тут все позакрывалось вообще, да? А, вон оно что. Все ясно. Нам нужно было закрыть потолок, чтобы нас не выкинуло к чертовой бабушке. И спокойно взять ключ-карту. Ну что ж, а теперь можно спуститься на этаж ниже и попробовать вставить эту ключ-карту, сами знаете куда. Ладно. Окей. Опа. Так, теперь сюда. Раз. Два. Три. Нет. Нет, это внизу. Вот.
Ух ты. Чё, падать? Что-то я немножко не врублюсь. Что происходит? Тут, наверное, уменьшенная гравитация или что-то в этом роде. Да ну куда? Бери его. Или он не берется? Блин, мы так долго будем летать. Так. Еще одна попытка. Есть. Взял. Что, тут тоже можно поиграть в альтернативную Half-Life? Видимо, да. А, все, на выход. Там мы типа добыли ключ. Отсюда. Прикольная игра в игре. Причем не игра в игре, а игра в моде к игре. Вот так вот. Да. Что-то я как-то немножко не пойму. Так, дружочек, занимайся, я тебя не трогаю. Блин, мне по оружию какое-нибудь. Ребятки, ребятки, спокойно. Блин. Блин, это полная жесть, я не знаю. Мне бы хотя бы какое-нибудь. Так, патроны, это, конечно, все очень хорошо, но... Дайте мне хоть что-нибудь, хоть пистолет, хоть мачете, хоть монтировку, хоть... Блин, я не знаю. Так, а здесь? Здесь я не был. Так, что написано? Please keep the machete out of reach of children at all times. Блин, ни одного оружия, а? Что ж за фигня? Так. Сколько тут гранат, походу с вертолетом надо будет. Или не с вертолетом биться. Пока не знаю, с кем надо будет биться. Я вообще не знаю, где мне взять хотя бы какое-нибудь оружие. Я так заметил. Оба. They train young men to drop fire on people, but won't allow them to write the word fuck on the airplane because it is obscene. Ну и чё? Дружок. Блин, была бы мне матировка, я бы тебе хотя бы по башке дал.
Так, ну что ж, ребят, я понял, что мне надо сделать, но вы просто сейчас обалдеете, когда увидите, что я буду делать. Просто обалдеете. Я уж думал, что мы избавились от нашего напарника, а нет, не все так просто. Вообще не все так просто. И мы его еще можем оживить. Мы уже мимо него пробегали. Может быть, если кто заметил, тот уже знает, где он. Кто нет, то я подскажу. Вот он. Мы ему сейчас приделаем голову, и вот он жив-здоров. Да, Барни? Что-то он мне ответил. О, да-да. Вот-вот, именно так. Ладно, пойдем, дружок.